В ТТУ Самары поступили еще два трехсекционных трамвая. Их максимальная скорость 75 км в час. Всего в депо находится 4 таких трамвая. Позже в Самару доставят еще 6. Вместимость каждого из них более 200 пассажиров. Они будут курсировать до стадиона «Самара-Арена». Трамваи уже прошли технические испытания в Самаре. На городские маршруты они выйдут после обкатки на рельсах. На это уйдет около месяца.